Добрый день, уважаемые подписчики, уважаемые читатели. Я сейчас нахожусь в больнице кардиологии, где на лечении находится политзаключенный Умурбек Черкешевич Текебаев. Хотел бы однозначно заявить о том, что Умурбек Черкешевич Текебаев отказывается подавать какого-либо ходатайства о своем помиловании перед президентом нашей страны, так как считает себя абсолютно невиновным и пострадавшим от авторитарно-диктаторского режима президента Атамбаева. Хотелось бы отметить, что согласно нашим подсчетам, о которых уже ранее заявлял Умурбек Черкешевич, с 20 марта 2019 года ему законно разрешено будет обязаны предоставить возможность изменить режим содержания, то есть перейти на колонию поселения. Однако, по нашей, так скажем, инсайдерской информации, некоторые люди из действующей власти, возможно, те, которые обслуживали тот режим господина Атамбаева, говорят о том, что этот срок посчитан неправильно. И якобы перевод в колонию поселения возможен лишь в 2020 году. Мы считаем, что это абсолютно неправильный подход, он незаконен, и он идет в корне, в разрез с теми словами и той политикой, которую озвучивает и ведет действующий президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Поделитесь этим видео, оставьте свои комментарии и сделайте максимальный репост. Спасибо.